И вот на сцене ансамбль средневековой музыки из города Иваново «Царь-Була». Песня из Красной книги Монсеррат, монастыря Монсеррат «Спеши навстречу смерти». А сейчас еще одна композиция из той же книги, из тех же манускриптов старинных средневековых баллад «Кунтиссимус континентес». Погромче, спасибо. Да, и как-нибудь вы сместились, а то закрываете немножко подслушков. Давайте сместимся. Сместимся? Я смещена. Вы слышите голос? Да. Ну, отлично.
А сейчас мы исполним старинный танец Турдион. Да, в 15 веке он был очень популярен в Бургундии. Вот что я могу дать ему второй шанс. Кстати говоря, Тархун на входе. Танцпол греется. Танцпол греется, шляпа еще пустая, наверное. Мы ведь сегодня не просто играем концерт, мы снимаем концерт-фильм. На самом деле. Поэтому вы сегодня немножко артисты. Будьте актерами такого вот фильма-концерта. Потом купите DVD. Проходите, проходите. Присаживайтесь. Thank you.
Следующая композиция «Календа Майя» была написана в 12 веке настоящим трубадуром из Прованса Рамбаутом де Вакейросом. Песня на окситанском языке. Thank you.
А то у нас и ансамбль средневековой музыки. Чтобы все делать общими усилиями. У колбасти рейвы, габеры. Вообще на этом месте у меня по программе как бы перерыв. Потому что, мне кажется, так все хорошо уселись. То можно додавить все как бы до конца. Дави. А там уже как бы как лишка, да. Можем повторить, как говорят в народе. Дави, пока давилка не трясла. Не знает окситанский язык, то перевод этой песни примерно звучит так. Я видел волка, лису и зайца, я видел волка, танцующего с лисой, втроем плясали вокруг дерева, я видел волка, лису и зайца, втроем плясали вокруг дерева, плясали вокруг зеленого куста. Припев два раза. И светит солнце. Ну, немножко передохнем на старинной кантике де Санта-Мария Комо-Поден. Я хочу посмотреть, как его записывают. Номер 113? Номер 2500. Опус 36. Как люди могут быть поражены параличом из-за своих грехов? Так могут они быть исцелены девой? Это случилось, когда мужчина за свои грехи осужденный был калекой. Члены его были поражены недугом, он страдал. Таким он оставался 5 лет, не способный двигаться. Так сильно искривлены были все члены его тела. Поется в этой песне. Thank you.
мы перенесемся из светлого Средневековья. Про что? Про Кобрас или про Туалетом? Я записала строчка. Про Освенцим, что за строчка? Освенцим. Там не было такой строчки. Перенесемся в барочную шведскую барочную? Музыку. Как бы народная барокко, не то, которое играли при дворах, при вельможах, такой более площадь. Но это уже век 17, мы тут жульничаем. Но именно с этой мелодии, собственно, началась история достославного коллектива Царьпува, вашего любимого. Аплодисменты. Кирилл Диденко, он здесь вообще, Кирилл? Где-то был. Вот это был, вот. Сторожит Тархун, наверное. Многое для нас делает, вот в частности организовал нам этот... Концерт! Это, кстати, первый концерт группы. Первый концерт группы Царьпува. Спасибо Кириллу, спасибо Юле, спасибо Роме, директору этого заведения. Нет, у нас первый концерт, хочется, чтобы и музей, и заведение, и стадион, все в одном сразу. Потому что когда еще? Можно. Через день, завтра. Завтра приходите на следующий концерт. Концерт Ивана. Следите за новостями, поблизывайтесь на паблик Царьпува. Раз, два, три, четыре.
Сарасгия, Санта Мария, Белада Дия, Белла Сарасгия, Передела Сарасгия, Сарир, Базала Сарасгия. Следуешь за теми, кто потерян, и совратился своими грехами. Понимаешь, что они оступились. Прости же их. Поется в этой старинной песне. А сейчас песня из репертуара сефардов. Сефардами называют евреев, которые оказались в области Испании, Марокко, Северной Африки. У них был свой язык, своя музыкальная культура. В частности, они очень много испытали влияние музыки арабской и, в свою очередь, повлияли на музыку европейского средневековья. Так что почтим их память. Песней. Там на соло будет. Прекрасно, очень приятно. Ты знаешь, о чем я говорю, понимаешь? У нас тоже, кстати, есть клип на эту песню, если что, это можете посмотреть. Потом.
Востоком, да, немножко? Но это не противоречит концепции европейского средневековья. Потихоньку будем уже закругляться. Как бы. При желании можете оставить пожертвование. Только начали. Да, только начали. Как раз, чтобы закончить. Там есть номер, сберкарта, если у кого нет налички какой-то. Это средневековый строй. У нас создана отличная команда, у нас все. Ну ты таксимчик. У нас есть задумка снять концептуальный клип на одну старинную английскую балладу. Но для этого вы нам нужны. Если вы не против, вы не могли бы надеть маски и просидеть весь трек в масках? Это 3 минуты буквально, не больше. Две маски. Ты.
Так, все готовы? Нет. А так Гамлету не нужна маска, да? Так, хорош. Я и так шикарен. Спасибо за участие в флешмобе. Вам спасибо. 3, 4.